Ковид, мразь, я тебя ненавижу! Я тебя тоже! Это же те слова, которые ты мне только что говорил! Забудь о них, я говорил их состояние эффекта! Да ладно, парни, что вы ссоритесь? 5 минут позора, зато рейтинг и... Ого-го! Может, еще что пожестче изобразите? Сава, ты что, гонишь, что ли? Ну-ка, сделай это еще раз! Что, что еще раз? Да пошли вы нахрен со своей гомосядиной! Заткнись ты, придурок, Сава, ну-ка, хлопни его посильнее! Да что? Ребята, рейтинг-то растет! Вот именно, насилие, вот наш ключ к освобождению. Хочешь повысить рейтинг, устрой фейк. Понятно, что надо делать. Понеслся. Только грудь не бить. Что там с рейтингом? 95%. С тех пор, как я вырвала последний дред в юкле, он больше не поднимался. Лучше бы мы все умерли. Вот дерьмо, я же говорил, нужно было драться голыми. Не-не, обнаженка не катит. Нужны свежие идеи. Не, нужны не идеи свежие. Нужна свежая кровь.
Я их всех убил, всех убил, всех укокошил с одного за другим. Я их всех убил, ты доволен? Ты доволен, мразь? Молодец, сынок, ты все правильно сделал. Ну так чего тебе еще от меня надо? Чего ты хочешь, маньяк чертов? Чего я хочу? А можно клип заказать?